Когда мы туда только ехали, нам ничего не сказали конкретно, сказали заплатить. Ну ладно. Вот, приехали, в итоге начали разбираться уже конкретно с прорабом на стройке, вот, который нами на команду, нашей группы. Он говорит, что вот рабочие там получают 100-150 рублей в час, но типа с 8 утра они будут. Вы приехали там условно к 11. Соответственно, вам заплатят за полдня. Ну что там получается, рублей 600-700. При том, что нам сказали в 9 часов да, быть на крыльце. Мы как бы были, мы проснулись в 8, в 9 утра были на крыльце общежития, и где-то до 10:30 мы просто ждали, пока за нами приедет автобус.